Здравствуйте, меня зовут Надежда. Вы смотрите прогноз погоды на 31 октября. В Барнауле ночью минус 3, днем минус 2, в Белокурихе ночью минус 5, днем плюс 2. В Горно-Алтайске ночная температура минус 8, дневная плюс 1. А теперь посмотрим, какая погода ожидается в нашем городе. В Бийске переменная облачность. В течение дня возможны осадки в виде небольшого дождя и снега. Ночью минус 3, минус 5, днем 0, плюс 2. Передаю привет маме и Бийску, желаю развития и дальнейшего процветания.